Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу просто поделиться с вами позитивом. На ваших экранах аэропорт Домодедово, в который я сегодня не опоздал. Выехал заранее, потому что был у меня один случай, когда чуть не опоздал на регистрацию. Так что сегодня все сделал как положено. Совсем немного заплатил за такси, не так, как в прошлый раз, когда опаздывал, когда летел в Краснодар. Вот. И сегодня я лечу в Манчестер, в Англию. Не вот этим вот зеленым красавцем, который на ваших экранах, а другим самолетом, я его еще пока не вижу. Но скоро его подадут. Девушка на регистрации помогла мне сегодня избежать перевеса багажа и вместе с этим дополнительных расходов. Она мне порекомендовала, такую интересную идею подала, объединить две сумки в одну с помощью вот этой вот ленты оранжевой, точнее не оранжевой, зеленой, по-моему, да, зеленой ленты, в которую упаковывают багаж. И сотрудники аэропорта обмотали мне две сумки как одну, но, правда, мне чуть-чуть пришлось переложить в ручную кладь. И вот теперь некоторые кубики, которые у меня должны были ехать в багаже, кубики для картины, поедут со мной в салоне самолета. Вот. Еще девушка на регистрации подсказала мне, что можно купить пакет duty free и положить туда вторую сумку, за которую тоже иначе пришлось бы платить. А если она в пакете duty free, то платить за нее не надо. Я пришел покупать этот пакет, а мне его дали просто так, бесплатно, за что я тоже очень благодарен сотрудникам этого аэропорта. Сегодня весь день какой-то на позитиве. Еще я пообедал в кафе Муму, где выпил своего любимого киселя, который просто обожаю. Кафе Муму тоже находится на территории аэропорта. Ну и самое интересное, что впереди меня ждут незабываемые, наверное, приключения в Англии. Еду я на кастинг британского шоу талантов, для чего, собственно, и везу эти кубики. Вот. Ну, обо всем остальном расскажу попозже. До новых встреч на моем канале.